Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня пеку торт, ну, Наполеон, можно сказать, с заварным кремом, который называется пломбир. Правда, тесто я сама не делаю. Заварное тесто вообще такое нелегкое дело. Я его покупаю вот именно дрожжевое в пластинах и именно фирмы Морозко. Ну, оно есть во всех магазинах. В таком пакетике две пластины теста. Я слегка раскатала, правда, здесь написано, что лучше растянуть руками, но я слегка раскатала, и сейчас выпекаю. То есть у меня получится 4 вот таких коржа. Вот тут немножко остывает, следующие пекутся. Пекутся они очень быстро, и пока вот это все дело идет, 4 пластины таких, я буду делать крем. Крем-пломбир, самый для меня вкусный крем. В рецепте нужно 2 яйца и 2 желтка. Нужно 180 грамм сахара, не полный вот стакан, 60 грамм крахмала, 600 миллилитров молока, 250-300 сливок, ванильный сахар, чуть-чуть соли. Ну вот и все. Делать такой крем по виду заварного крема, но здесь, а еще сливочное масло 100 грамм. Ну кроме еще масла, здесь идут взбитые сливки. Вот смотрите, как быстро выпекаются коржи. Вот такие они толстенькие пока. Ну и так к крему. Значит, 2 яйца, 2 желтка. 180 грамм сахарного песка высыпаем сюда же. Теперь сюда же добавляю крахмал. Крахмал кукурузный у меня. Не знаю, можно ли с картофельным. Вот у меня именно кукурузный крахмал. И все это взбиваю. Взбивать буду венчиком, можете даже и миксером. Я венчиком. Потихонечку, потому что крахмал, пыль. Чтобы была просто такая однородная масса. В пену она не встанет. Ну, в общем, вот такое дело. Тренируем мышцы. Чтобы не терять время, пока я вот тут взбиваю массу, ну вот сейчас немножко еще, я ставлю 600 миллилитров молока. И довожу до кипения. Поэтому пока греется молоко, я как раз это все и сделаю. Ну вот молоко у меня уже почти что закипает. А теперь нужно соединить эти две смеси. Но очень аккуратно, чтобы яйца не свернулись. Поэтому очень тонкой струечкой. По чуть-чуть я часть молока сейчас вот сюда буду... вливать, а потом обратно соединяться. Здесь две массы. И я всю эту массу перелью в молоко. Все время помешивая. Ну вот. А теперь эту массу перелью в сотейник и буду на медленном огне нагревать до загустения крема. Ну, все прекрасно влезло у меня. Здесь уже кипеть не будет. И здесь задача, постоянно помешивая, уварить эту массу до загустения. Ну, чтобы получился такой именно крем. Крем, когда начинает завариваться, ну, вот видно, что он уже начинает приобретать такую кремовую массу, начинает очень, ну так, тяжело взбиваться. Поэтому все равно не старайтесь нагревать, ну, делать нагрев больше, чтобы он быстрее сворачивался, ну, приобретал вот эту массу. Пусть лучше чуть подольше, но зато консистенция его будет намного лучше. Ну все, первая основа моего крема готова. Вот так он пыхтит, вот ходуном ходит, вот такой гладкий, глянцевый. Все, выключаю нагрев. И теперь эту массу, ну, до полу, такой, до теплого состояния, вот такого, нужно охладить. Именно до теплого состояния, пока она очень-очень горячая. Я возьму сейчас пленку, ну, пока постоит, а потом пленку и накрою в крем этой пленки. Сейчас пока чуть-чуть подышит. Пока крем немножко остывает, я взобью сливки. То есть 250 миллилитров, сливки 33%. У меня петмол, любые выбирайте, 33%.
чуть-чуть сюда положу щепотку соли. Чуть-чуть вот. Сюда положу ванилин. И сюда положу 2 столовые ложки сахарной пудры. Пудры не было, и, ну, песок. Сахарный песок я сделала через кофемолку и сделала сахарную пудру. Ну и взбиваю при помощи миксера. Сливки я взбила. Вот видите, главное не перебить. Вот такая масса. Видите, какая? Ну. Все, убираю пока в холодильник. Крем вот этот заварной немножко остыл, но он еще теплый. Так это хорошо теплый, но уже не кипяток и не горячий. Видите, он густеет после остывания еще больше. И сюда я должна добавить 100 грамм сливочного масла. Ну, где-то пол пачки. Масло должно быть не растопленное, но вот такое вот мягкое. Постепенно туда вмешаю венчиком это масло. Ну, так как теплое, оно сейчас там быстро растает. Все, масло туда вмешалось. И теперь закрываю пленкой. Вот этой пленкой. Туда, в крем называется, для того, чтобы не было никакой, не образовывалось никакой пленочки сверху у крема. То есть туда углубляю и оставляю здесь до полного остывания этого крема. Вот так. Все, пусть остывает. Вот, дорогие друзья, крем полностью остыл, полностью. Поэтому я снимаю пленочку, такой желтенький, приятный, сливочного такого цвета. Вот такой вот он, видите, густой, вот как загустел. И сейчас я сюда буду аккуратно вмешивать сливки взбитые, которые стояли сейчас в холодильнике. Здесь не надо взбивать, а именно силиконовой лопаточкой аккуратно их туда вмешаем. Ну, я думаю, процесс понятен. И вот этот крем-пломбир для меня, например, самый вкусный. Он и сливочный, и не такой жирный, и не такой сладкий. Ну, как, например, взбитое масло со сгущенкой. Это не крем, дорогие друзья, это сказка. Это просто какая-то сказка. Вот посмотрите, какой он. И вот с лопатки он вот так вот. То есть он, ну, такой воздушный, в меру сладкий. По вкусу сливочный пломбир мороженое. Ну и так собираю торт. Эти коржи я уже обрезала по форме вот этой тарелочки. Полностью остыли они. И начинаю смазывать. На дно я тоже немножко положу крема, только лишь для того, чтобы никто не скользил. Ну, вот сюда положу сейчас. Все, уже будет стоять очень хорошо. Ну и начинаем намазывать слой за слоем. Крем такой, какой прекрасный крем. И следующий корж. Вот так. Следующий корж кладу. И опять намазываю. Ну и так далее. Вот такой вот достаточно высокий торт получился. У Наполеона нужно промазать кремом и все края, и потом обсыпать крошкой. Крошка — это вот эти краечки, которые обрезаны у коржей. Они должны быть хрустящие, чтобы сейчас их поломать на мелкие-мелкие кусочки. И вот эти все края и весь верх мы должны обсыпать. Ну и так, дорогие друзья, посмотрите, какой у меня получился торт. Какой он высокий, да? Вот, смотрите. То есть покупаем тесто
Две упаковки, получается великолепный торт, тяжелый очень. Я думаю, что будет вкусно, я его разрежу, обязательно вам сниму. Сейчас он пойдет отстаиваться в холодное место. Ну, как всегда, оставляем на ночь. Кроме того, у меня вот осталось еще крема, вот этого заварного. Я его в контейнер и уберу в морозилку. И это у вас будет великолепное мороженое. Ну, мало ли куда нужно будет мороженое к любой другой выпечке. Просто супер. Закрываете крышкой и убираете в морозилку. Будет замечательный пломбир. Вот, дорогие друзья, торт простоял ночь. Ну и теперь давайте его отрежем, посмотрим, что там у нас и как. Красивый. Борисович, тебе побольше кусочек? Не побольше. Тебе побольше? Че такой маленький? Маленький? Давайте. Сгущенки как следует? Тут нет сгущенки. Вот посмотрите, какой торт получился. Сочный, ну видно, да? Что столько много крема. Вот, крем-пломбир. Вот такой торт. Так что приятного всем аппетита. Попробуйте такой тортик. Я думаю, что он вам понравится.